Очередную партию гуманитарной помощи доставили в ДНР пятигорские волонтеры. Ребята передали адресную помощь 101-му мотострелковому полку. Это вещи первой необходимости, продукты, маскировочные сети от Совета женщин поселка Горячеводске и новый генератор от командира с позывным «Борода». Волонтеры Егор Трофимов, Сергей Зубарев и Маргарита Волина для местных жителей выступили с известными музыкальными произведениями и авторскими композициями.